Так, как-то пирожное называется безе. С чем они с вареной сгущеночкой? Надо распробовать. Безе очень, кстати, они низкокалорийные, как бы сказать, не низкокалорийные. В них нету крема, да? У них нету жира. А, жира. Это белок. Это взбитый белок. Вот я сейчас возьму те, которые присыпаны. Ага, и между ними вот этот, ну, чтоб сгущенка между двумя половинками. Хочешь половиночку? На, возьми сверху с присыпочкой вкусненькую. Или ты хочешь целиком? Нет, давай лучше. Давай целиком возьми. Потому что я люблю там, где больше начинки. Угу. Ну, вкусно. Свежайше. Безе, кстати, это давнейшее относительное изобретение, да? Это не является... Сейчас пирожных появляется достаточно много видов. Всякие снежки, картошка та же самая, с присыпкой. А вот безе. Были они во времена социализма, я не помню. Были. Были, да? Я помню даже, было время, но это уже так к концу, вернее, к 90-м годам. Я помню одно время, моему деду на работе вместо зарплаты давали большие торты полет. Торты полет. Это как раз торт безе. Но это уже было 90-е годы. Да. Были безе, по-моему, парижское время. То есть это давний, надо в интернете прочитать, давний вид пирожных, даже точнее сказать, не пирожных, а кондитерских изделий. Легкие. Ну вот эту прослойку, в принципе, можно использовать под любую вещь. А вот это медовичок пирожное. Тоже со сгущеночкой, прослойки, орехи. Так что безе закусывать медовичком, это, наверное, да, со смолитон. Хотя вкусно.